Связь с подводными лодками, находящимися в погруженном состоянии, достаточно сложная задача. Основная проблема состоит в том, что электромагнитные волны с диапазонами частот, применяемыми для обычной радиосвязи, практически непригодны для подводной радиосвязи, так как сильно ослабляются через прохождение через слой соленой воды, являющийся проводником. Обычно бывает достаточно просто всплыть и поднять антенну для проведения радиосеанса. Но этого явно недостаточно для атомных подводных лодок, способных находиться под водой длительное время. Тем не менее, они должны обеспечивать проведение радиосвязи, даже находясь в погруженном состоянии. Радиоволны очень низкого диапазона радиочастот от 3 до 30 кГц способны проникать в морскую воду на глубину до 20 метров. Соответственно, подводная лодка, находящаяся на небольшой глубине, может использовать данный диапазон для радиосвязи. Лодка, находящаяся на большой глубине, может использовать буй, закрепленный на нем антенной. Кстати, один из первых передатчиков очень низкой частоты был изготовлен еще в 1943 году в Германии. После войны переведен в Россию и эксплуатируется до сих пор. Радиоволны крайне низкой частоты, до 3 кГц, способны легко проходить сквозь землю и морскую воду. Однако строительство таких передатчиков – необычайно сложная задача из-за огромной длины волны. Очевидно, что постройка дипольной антенны с длиной полуволны, равной примерно 2000 километров, просто нереальная на настоящий момент задача. По причине высокой технологической сложности только США и СССР имели такие передатчики.